gonna die. If you don't stay, drop dead in place. You can forget it. Carry a torch for days. Доброго времени суток, дамы и господа. С сегодняшнего дня я открываю новый цикл передач, где обозреваю педали от отечественного производителя SBE Master. И никак иначе. И в этом обзоре будут принимать участие как педали SBE Master различного типа, так и мой сладкоголосый Gibson, с которым я никак не могу расстаться уже наконец. Это, кстати, намек, чтобы вы знали. И сегодня, в частности, у меня в гостях педаль SBE Master, которая называется Торнадо. Фуз с настроениями. Такой, знаете, как такая девочка с разными настроениями. Только в отличие от девочки, вы можете ее переключать из более агрессивной в абсолютно пассивную, которую можно привезти домой. И да, сегодня со мной в гостях присутствуют магические руки, которые переключают педали. И сегодня мы, пожалуй, прямо начнем. Давай, поехали. Весьма заслуженно. На сайте написано, что характеров много, и это правда так. Ручка настроения работает. В положении тумблера вправо педаль издает фантастический ультразвук, который будет привлекать всех самых дельфинов в вашем городе, и их популярность будет вам обеспечена. В других положениях этот шум себя не выдает. Судя по характерному звону, внутри находится присоска для 9-вольтовой батареи. Это удобно. Но также удобно, что питание располагается наверху. А я знаю много педалей, где она располагается под джеком, над джеком. Ручки крутятся, звук меняется. Настоящий фуз. Я бы купил, но у меня фуз фэктори. Как тебе педаль? Нормас?